Земля! Идем, серый десерт! Не хватайте! Только не забывай за край света! Бешеный Джек пират. Бешеный Джек и великан. Я люблю, когда в городе ярмарка, капитан. Да, ярмарка это прекрасно и пахнет замечательно, но, к сожалению, сегодня нам платить ренту. И ты, Снак, должен будешь отдать этот золотой нашему злобному гангстеру, хозяину морского цыпленка. А вы что будете делать? А я собираюсь отдать другой золотой в благотворительный фонд осиротевших танцовщиц. Как это благородно, капитан. Встретимся вечером на корабле, Снак. И обязательно отдай деньги Вилли. Не вздумай потратить их на что-то другое. Есть, капитан. О, мистер матрос, не пора ли приобрести новый одеколончик? Дамы, вам просто проходу не дадут. Покупайте тапки. Мягкие, теплые, даже лают, когда наступаешь. Леди и джентльмены, добро пожаловать в прекрасный, удивительный мир системы 5000. Для начала я хочу представить вам несколько счастливых покупателей системы 5000. Вот, Гельда Камп. До знакомства с системой 5000 я проводила в постели часов по 6. Через неделю приема системы я сократила время сна до 5,5 часов. Вы получите полчаса свободного времени. А это Гриппи Слипшот. Перед тем, как начать прием системы 5000, я чувствовал слабость и тошноту. Теперь я чувствую только тошноту. Чудесно! А как вам мнение этого человека? Я молюсь на систему. Прежде моя жизнь была полна недоразумений и лишена всякой логики. А теперь, благодаря просветляющей сознанию системе 5000, я понял, что мне во многом мешала врожденная неудачливость. Это был не безумный старик, а представитель власти, мэр Дилби Свиджит. Революционная система 5000 полезна, интерактивна, модна, компактна, а самое главное, ее можно носить с собой. Ой. А из чего она состоит? Система 5000 составлена из множества подсистем, которые взаимодействуя образуют общую систему, систему 5000. Что она еще может? Вот. Снимок вашего слуги примерно в 4-летнем возрасте. Посмотрите на его лицо. Он плачет и совершенно несчастлив. Снимок был сделан до открытия мной системы 5000. А эта фотография была снята пару недель назад в тропическом круизе. Выражение эйфории на моем лице – это одно из многих изменений, которые произошли со мной после использования системы 5000, перевернувшей мою жизнь. Личное состояние возросло с момента первого снимка, и я удивительно вырос с тех пор. У меня всего 3 золотых, мистер Эрнест, но мне нужна система. Этого хватит, держи. Но это же 2 баба на ниточке. В этом прелесть системы 5000. А теперь извини, у меня полно дел. Как будет рад капитан, когда это увидит. Ты что? Снак, ты должен был идти к злобному Вилли и отдать ему деньги. Что теперь будем делать? Но это революционная система, капитан. Вовсе нет, это всего лишь 2 баба на ниточке, Снак. Что в них революционного? Но они должны полностью изменить нашу жизнь. Эрнест так сказал. А в этом он не ошибся. Это изменит нашу жизнь, потому что нас скоро не будет. Но мистер Эрнест сказал, что мы себя не узнаем. Да, вообрази, как ты будешь выглядеть с головой на месте хвоста. И с хвостом вместо головы. Ты глуп, Снак. Туп, беспечен, наивен, прост, смешон. Завтра же ты пойдешь и украдешь эти деньги, а потом отдашь их злобному Вилли. Но если я украду деньги, я совершу грех и буду за это вечно гореть в аду. Снак, вечные муки в царстве Люцифера и его рогатых козлоногих подручных... Просто ничто по сравнению с 5 минутами со мной и этим степлером. А, я понял. Следующее утро. Великан Бинсток, это новость? Им что, больше не о чем писать?
Эй, капитан, здесь пишут, что великан Бинсток появился в округе. Это же невероятно! Да, это невероятно! Интересно, этот великан выше крыш? Знак, это сказка! Если бы здесь был великан, он бы жил в замке, как в том, что над нами. Замок великана! И в замке наверняка есть сокровища! Идем, Знак! Мне не терпится добраться до денежек великана. Я боюсь, что мы не сможем всего унести. То есть? Великан гораздо больше, чем мы, и его вещи тоже. Вот посмотри хотя бы на эти предметы. Я никогда не видел такой бумаги. Можно взять ее на корабль? Наша кончилась? Уже давно ее нет. Ну, ладно, бери скорей. Нам нужно найти сокровище. Я сейчас ее размотаю. Хорошо, капитан? Да, только быстро. В чем дело? Я слышу чьи-то шаги, капитан. Слезай, живо! Знак, ты идиот! Спасите! Капитан, помогите! Капитан! Как я ему помогу? Спасите! На помощь! На помощь! В туалете вечно начинаются галлюцинации. Прыгай, Снак! Эй, вы кто такие? Стойте! Он умер? Еще нет, Снак! Он вырубился! Смотри, ключи! Я уверен, они от сокровищницы. Надо их взять. О, он поднимается. Прячься. Быстро, сюда. О, вот это коридорчик. Смотрите, капитан, пульт управления. Я такого еще не встречал. Посмотрим. Ну, начнем. Его записи, капитан. Отлично, узнай, где он прячет сокровища. Давай, детка, вставай. Сокровище в подвале, капитан. Да. Вперед, нечего останавливаться. Капитан, вот сокровище, вот. Здесь только одна монета. Да, но зато какого размера. Да, ты прав. Нам нужно перенести ее на корабль. Давай, Снак, напрягай спину. Она слишком большая. Это чистое золото, Снак. Нечего жаловаться. Эй! Это моя монета! Бежим! Отдайте мою монету, ворюги! Ни за что! Мы ее честно украли! Да! Маленькие воришки, я победил. До сих пор не получены деньги от Джека. Он должен отдать их, или я откручу ему голову. Отлично, вот и бешеный Джек. Гони мои деньжата, или я... Я расплачусь буквально через секунду. Отлично. Идем отсюда, пока они не очухались. А как же монета, капитан? Мы могли бы ее распилить и отдать злому Вилли, его часть. Ее лучше не пилить, Снак. Почему, капитан? Потому что она шоколадная, Снак. Какое разочарование, капитан. Я боялся, что нам не удастся спустить вниз корабль. Да, но все хорошо закончилось. Меня волнует судьба этого великана. Нашел, о ком волноваться.
Я упал на корабль. Похищение пальца мумии. Капитан, зачем мы напялили на себя эти тюрбаны? Чтобы снаг быть похожими на местных. Чтобы никто нас не заподозрил, когда мы отстанем от группы и украдем сказочные сокровища мумии. Приветствую, леди и джентльмены. Добро пожаловать в гробницу Тутанхамона. Предупреждаю, пока вы будете находиться в этом историческом месте, держитесь все вместе и ни в коем случае не уходите за ограждение. Вы поняли? Я рад. Тогда начнем. Пошли. Пора смываться, Снаг. Подождите, капитан, а как же книга с расшифровкой иероглифов? Что? Да, пожалуй, ты прав. Без нее мы не сможем прочесть иероглифы и найти гробницу, нужной нам мумии. Пошли в сувенирную лавку. Привет, у вас есть книга-расшифровка надписей пирамиды? Ой, я извиняюсь, но ее нет. Что? Нет? Но у нас зато есть кольцо-переводчик, заодно это соломка и перечница, хотите? Что? О, отлично! Я беру. Ведем, Снаг! Эй, стойте! С вас 5.50. Так, проверим здесь. Ну, что это значит? Те, кто желает найти тайные сокровища Тутанхамона, чтобы украсть их, должен проникнуть в гробницу. Это нас. Великого фараона и может сделать это... Да, и как же, как же? Только если сильно нажмет на голову статуи золотого хорька. Она вон там. Отлично! Это все? Нет, здесь еще кое-что. Нажатие на голову хорька приведет... Да, приведет нас к богатству. К активации скрытого устройства, стреляющего отравленными булавками в того, кто хочет украсть. Вам лучше не трогать хорька. Ты мог бы прочесть все это быстрее, Снаг? Снаг, Снаг, получилось! Мы в сокровищнице Тутанхамона! Вы правы, капитан! Мы богаты! Мы богаты! Мы богаты! Мы богаты! Только не вы! Я попал сюда первым! Я узнал этот голос! Капитан, смотрите! Это Чак, искусственный краб из 8-й серии! Ну, привет! Привет, Чак! Ты по-прежнему вытачиваешь клешнями ключи? Нет, я больше не вытачиваю никаких ключей. Правда? А что ты делаешь? Ну, я устроился на работу в музей. Я хотел стать экскурсоводом. Мне ужасно нравится эта работа. В общем, мне дали группу туристов и... И что? И я потерялся, ясно? Здесь! Я пропал, ясно? Ты счастлив, а? Ну? Это не важно. В общем, я сижу здесь уже довольно давно. И не могу выбраться. Да, Чак, это просто ужасно. Но ты можешь помочь нам похитить сокровища? Особенно палец Тутанхамона. Неужели вы собираетесь украсть палец? Конечно, собираемся, Чак, и ты нам поможешь. Вы не знаете, этот палец проклят. Мы палец схватим и домой покатим. Пока проклятие не снято, не надо, не надо! Ну все, хватит лирики! Только не трогайте палец! Капитан, смотрите! Господи, ну надо же! Он! Красивый было бы сильно сказано, но ценный сойдет. Он такой ценный! Каким бы ни был, положите назад! Что же вы наделали? А что? Теперь все мы будем заживо похоронены здесь вместе с пальцем! Не стой, Чак! Нам надо выбираться! Я же говорил, отсюда нет выхода! Вы меня просто не слушали! Никто меня не слушает! А что находится там, Чак? Я думаю, это латынь! А что это на твоей латыни значит? Зачем вам знать, что это значит? Все равно нас всех здесь скоро засыплет песком! Тебе не кажется, что должна быть буква И перед Экс, правда? Я не знаю. Ты думаешь, там написано «Экзит» вместо «Ксит»? Экзит, дураки! Это же выход! Бежим!
Куда дальше, Чак? Быстрее, Чак! Ты же здесь работал экскурсоводом! Я же сказал, что это было недолго! И хватит давить на меня! Я не могу думать под давлением! Наверное, чтобы выбраться, надо бежать направо! А теперь куда, Чак? Что? Дверь позади! Туда! Это, наверное, выход! Ты прав! Бежим! Отлично! Что теперь делать? Не знаете. Туалетная бумага еще прицепилась. Капитан, это не туалетная бумага. Что? Верни мой палец! Вы не могли бы заткнуться? Это робот. Мумиеподобный робот нового поколения. Вы уверены? Конечно, идемте. Итак, если бы это была настоящая мумия, я бы не стал этого делать. Вот, видите? Настоящая мумия разозлилась бы на меня. Более того, насколько я понимаю, в мумиях настоящая мумия никогда бы не допустила этого. Вы видели? Если бы это была настоящая мумия, она... То есть, будь это настоящая мумия, она бы оторвала вам руку и лупила бы вас ею. Разумеется. И поэтому я могу вам сказать, что это настоящая мумия. И нам всем надо громко орать. Верни мой палец. Куда поедем, друзья? Поезжай на станцию. Отлично. Едем. Как вам здесь? Официант! Можно принять ваш заказ? Да, я... Верните мой палец! 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 Мне нужен мой палец! Капитан, ему и впрямь нужен палец. Верните его. Никогда! Быстро на озеро Виктория! Да, это была отличная мысль. Теперь можно жить спокойно. Да, и палец остался у нас. Наконец-то знак мы с трофеем. Как только приедем домой, тут же продадим палец. Да-да, капитан, а Чаку можно с нами? Да, конечно, если он отдаст мне свою долю прибыли от пальца. Мне она не нужна, я думаю... О, нет, полиция! Привет! Давай, обыщи их всех. Руки на машину, пожалуйста, живо. В чем дело? Молчи, мисс, это они? Это что, все из-за пальца? При чем тут ваш палец? Вы арестованы за неуплату. Неуплату? Да, да. Я сразу их узнала, особенно того с длинным носом. Сразу узнала. Почему ты вечно суешь свой нос не туда, куда надо, Снак? Да, длинноносый в красном камзоле. Он их главарь. Это он убивал, не расплатившись за кольцо, переводя все иероглифы, а заодно служит все перечницей. Оно у него. А теперь загружайтесь в машину. Кольцо не мое. Его подкинули. Это ошибка. Расскажешь это на суде, умник. Спасибо, мисс, за вашу помощь. Я всегда рада помочь полиции. Ой, а это еще что такое? Я не знаю. Воняет. Выброси. Ну все, хватит снимать. Здесь нет ничего интересного. Убирайся.